Якщо грибок вам дошкуляє, естезофін допомагає. Стася. Станислава Константинов. С днем рождения тебя. Бабка, и тебя с моим рождением. Так, ну-ка открывай шторку. Смотри туда. Такой, как хотела. Такой. И чем мы можем прямо сейчас прокатиться? Конечно. Поехали к маме. Я очень быстро. Давай, давай. Так, только чур обкатку техники будет производить мастер. Ну, пап, ты и так все время гоняешь. А вот именно, пора бы уже угомониться. Гонял и буду гонять. Имею право хоть как-то расслабиться. Блин, ну я сама хочу. Да садись, я уже обкатал. Бан сними, Боря. Мне кажется, она была бы тобой довольна. А тобой нет. Почему? Она бы хотела, чтобы ты был счастлив. О, я счастлив? У меня успешный бизнес, самая лучшая в мире дочь. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Но нет такой женщины, которая была бы так же прекрасна, как твоя мама. Может быть, ты плохо ищешь? А что, нам плохо вдвоем? Я уезжаю. На целых 2 года. Ничего страшного, потерпи. Пока ты не станешь магистром экономики, вернешься, и мы оба возглавим компанию. А потом подаришь мне внуков. До этого еще очень далеко. Пойдем. Ну, серьезно, может, ты подумаешь о своей личной жизни? Я слышала, как ты по телефону с какой-то Иринкой мурлыкал. Кто она? Если у меня появится что-то настоящее, то об этом узнаешь первый. Ясно? Ясно. Тюльпан. Молодец. Так, теперь... Стоп, стоп. Дыши, дыши. Смотри на меня. Не переживай, это всего лишь машина. Так. Держи, просмотри еще раз карточки. Эля, можно? Что случилось? Я не знаю, что делать. Опять подняли арендную плату за помещение. Мне нечем будет людям платить зарплату. Хоть бери и центр закрывай. Ну, давай я возьму еще пару учеников. В конце концов, потерплю без зарплаты. Может, это как-нибудь поможет. Еще немного продержимся. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Да, Кларуша, слушаю. Да, моя дорогая. Элечка говорит, что нужны ученики. Кларочка, хорошо бы, чтобы человек взрослый, ответственный был. Спасибо, моя дорогая. Бабуль, это я! Ну, как ты? Мой Альцгеймер сегодня был поприличнее. А почему ты не поела? Не поела? Да.
Забыла, наверное. Ну, ничего страшного, заодно вместе пообедаем. Нет, это невыносимо, стать обузой для любимой внучки. Ну, что за глупости, а? Разве я была для тебя обузой, когда мы с тобой остались вдвоем? Ты была совсем крохой, когда твоя негодница-мать сбежала с этим заезжим гусаром. Мы уже 100 лет, как договорились с тобой ее простить. Это ты так решила? А у меня не получается. Обречь родное дитя на страдания из-за какой-то там великой страсти? Это сиделка. Какая еще сиделка? Зачем? Как минимум, напоминать тебе поесть. Заодно будет составлять тебе компанию на прогулках. Дожилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Лара, сиделка из агентства. Прекрасно. Проходите. Бабуль, встречай гостя. Новых инвесторов я пробил. И что? Ну, не ангелы, конечно, но и не разбойники с большой дороги. Это уже хорошо. Ангелы, как говорится, в наших краях не водятся. Всем привет. С именинницей. У тебя что-то срочное? Ну, что может быть срочного у главбуха? Вот пришла узнать, звана ли я на торжество в ресторане. Ну, я, пожалуй, пойду. Распечатаю резюме инвесторов, сам глянешь. Хорошо. Ну, если что, мне к стилисту надо успеть. Ира, а что у тебя за мода? Потоптаться по любимым мазью. А что я такого сказала? Мы же с тобой обо всем договорились. В среду увидимся, сходим вдвоем. Тот же ресторан. Ну, понятно. Как обычно. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Не идущая. Я? Да не дождешься. Костенька, я ж терпеливая. В смысле? Ну, вот уедет твоя Стаська за границу. Замуж там выскочит. Вот тогда мы с тобой поговорим, когда ты взвоишь от тоски и одиночества у себя в замке. Так, это можно отдавать в работу. Ты, кстати, обещал найти репетитора. У Стаси всего 3 месяца, чтобы подтянуть английский. Ай, чтоб ты без меня делал. Декан факультета иностранных языков девочку одну советует. Профессорская внучка. 3 языка в совершенстве. Звать? Профессорская внучка. Пахнет нафталином. Тебе не кажется? Ну, зато высший пилотаж. Мне бы хотелось, чтобы хоть кто-то мог научить мою дочь быть женщиной. Но этому, Костенька, ни одна учительница не научит. Ей за это не платят. А вот женщина, которая жила бы рядом, утонченная, со вкусом, не за деньги, могла бы просто своим примером воспитать. Чтобы не пацанкой выросла. Отдавай в работу. Спасибо. Тебя не поймешь, Капитолина. У дочки были поклонники – плохо. У внучки нет – тоже плохо. Замуж ей надо, Клароша. За хорошего человека. Голубушка, где в наше время такого возьмешь? В том-то и беда. Эля говорила, у тебя для нее есть ученица? Взрослая девица, как Эля и хотела. Поднатореть надо в разговорной речи. Папенька у девочки целый олигарх. А она, небось, избалованная бабенка? Таких вопросов не задавала. Главное, чтобы платили. Бедная моя девочка. Откуда только этот Альцгеймер взялся? С 18 лет работает, работает. Разве такого я хотела для нее? Повисла на моей девочке, как кандалы. Нет, с этим определенно что-то надо делать. Олигарху согласие давать? Давай.
Тебе тут Элеонора Павлинс, как говорит, ты в курсе? Не Элеонора. А, точно. Учительница иностранных языков. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Эля. Очень приятно, Костя. Константин Станиславович Литвак. Здрасте. Здрасте. Простите, я опоздала, там такие пробки в городе. Вот. Знакомьтесь, ваша ученица Станислава Леонора Павлинская. Можно просто Эля. Стася, очень приятно. А вы правда три языка знаете? Ну, вообще-то пять. Моя бабушка говорит, что каждый уважающий себя человек должен знать хотя бы три языка. О, видишь, пап, мы с тобой вообще полный отстой. Да? Угу. Может, стоит поднапрячься? А, дочь? Я предлагаю подумать об этом за чашечкой чая. Да? И давно твоя бабушка болеет? 3 года назад поставили диагноз. Она тогда перестала читать лекции и сосредоточилась на научных статьях. Но, к сожалению, за них практически ничего не платят. Обалдеть, ты сама вот это все тянешь, и ученики, и центр, Альцгеймер. Слушай, я бы, конечно, так не смогла. Кстати, варенье айвовое. Вкусное, попробуешь взять. Да что здесь такого? Я никогда даже не задумывалась об этом. Бабушка всегда обо мне заботилась. Вот теперь моя очередь. Вообще, конечно. Пап, ты представляешь? Элли мало того, что языки знает, она еще и занимается с аутистами. Так она их английскому даже учит. Обычная работа. Присаживайтесь. Прошу. А правда, что все аутисты гении? Ну, можно и так сказать. Ну, они все замечательные. А можно я приду на них посмотреть? Стася. Ну, стой же, не буду мешать, я просто посмотреть. Дело не в этом. Просто боюсь, что центр закроется. Почему? У нас финансовые проблемы. Пап? Какие проблемы? У нас частное заведение, и с точки зрения коммерции у нас все плохо. Да, и таким образом наша компания могла бы абсолютно официально перечислять на счет центра необходимую сумму денег. Погодите, что, вот так просто будете перечислять? Да, у нас есть опыт спонсорской помощи и детским домам, и домам престарелых. Скажите, а откуда вы узнали о нас? Случайно. Кто-то сказал, даже не вспомню, кто. Вы знаете, это очень неожиданно, потому что я столько кабинетов обошла. Если вы не возражаете, я пойду. А вы сегодня же пришлите вот по этому адресу ежемесячную смету. Да, конечно. И у меня к вам будет одна маленькая просьба. Не афишируйте, пожалуйста, наши отношения. Ну, я должна буду объяснить хотя бы сотрудникам. Я уверен, вы сделаете это, не упомянув моего имени. До свидания. До свидания. Эля! Эля, мы спасены! У нас появился спонсор. Да, давай, в нашем кафе. А? Литвак. Бедная Элечка. Вот скажи, зачем так жить? Быть обузой? Ну, тут уж ничего не поделаешь. У каждого свой крест, и хочешь не хочешь, а надо его тянуть до конца. Тут уж как кому на роду написано. Да вы, Ларочка, просто Диоген. Только раннего христианского периода. Передохнем? В центре накупила всякого. Книжки, игры. Ты же говорила, у вас финансовый крах. Был. У нас появился ангел-хранитель. Это хорошо. Да? Что поделала? Не замерзла? Нет. Мы так много прошли. Альцгеймер рядом. Ну, даже не думайте о нем. That's all for today. The lesson is over and I like to spend time with you. Me too.
Это Константин Станиславович приехал? Да. Папа всегда так. Дом, работа, работа, дом. Ничего больше знать не хочет, совсем в сухаря превратился. Да, он вроде бы не сухарь. Замечательный. Привет, дружница. Наработались? Так, заканчивайте. Идемте чай пить. Я тортик принес. Бегом, 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 за мной. Идем. Спасибо. Спасибо, папа. Ой, дырява моя башка, забыл Борису сказать. Я на минутку. Ну что ты меня сверлишь? Я тебе советую. Мне кажется, что если у тебя есть мама или папа, они по определению замечательные, самые лучшие в мире. Ты совсем своих не помнишь? Совсем-совсем. Они умерли, да? Оба? Не знаю. Как это? Так, я их никогда даже не видел. Мама, уставшая от строгих бабушкиных правил, едва родив меня, сбежала с одним заезжим гусаром. О. Да так и не объявилась. Ничего себе. Бедная ты. Поэтому, мне кажется, каждый, кто не бросил своего ребенка, уже замечательный. А ты не хотела ее найти? Если она никогда не пыталась меня увидеть, то зачем навязываться? Да и потом бабушка обиделась бы, она поклялась о ней никогда даже не вспоминать. Да. Я тоже никогда свою маму не видела. Но она умерла, чтобы я на свет появилась. А папа так больше не женился. Я с добавкой сейчас. Как тортик? Константин Станиславович, я хотела вам сказать, я, безусловно, уважаю ваши решения, которые, ну, что вы решили не афишировать помощь нашему центру. Но я вам так благодарна. Вы себе не представляете, какую помощь вы оказали нашим детям, как это для них важно. Спасибо вам огромное. Доброй ночи, бабушка дождалась. Здрасте. Вот сколько мы со Светланой кабинетов обошли. Видела бы ты эти сытые, самодовольные лица. И у всех один ответ. В нашей компании лимит на благотворительность уже исчерпан. Да? Константин Станиславович, он только один раз услышал. Я все поняла, ребенок. Что ты поняла? Ну, что твой литвак замечательный человек. А чего это он мой? Он просто замечательный. Ну, просто, когда женщина так много говорит о мужчине, это свидетельствует, что между ними что-то поселилось. Бабуль, ну ты правда что-то такое фантазируешь? Я тебе просто о человеке рассказываю. Элечка, а принеси ко мне семасиологию. Она там в библиотеке, на самой верхней полке. А что это ты о семасиологии вспомнила? Да так, нужно проверить некоторые дефиниции. Тебе не сложно? Не сложно. Здравствуйте. Это Капитолина Сергеевна, бабушка Элли. Нам с вами надо встретиться. И это срочно. Запишите, пожалуйста, адрес. Никогда не понимал, что такое в человеке порода. Никогда. А вот в Эле это чувствуется. Например? Например. Благородство. Давно слышал о таком? Давненько. Вот. А вы ли это чувствуется, благородство, понимаешь? Ну, зачем ей нужны эти аутисты? Они же денег не приносят. Для резюме. И карьера тоже ничего не значит. Она их тянет. Какие-то новые методики осваивает, английскую мучает, переживает. И даже без денег готова работать.
Да. Девочка, она, конечно, необычная. Я с этим согласен. А ты уж часом не трескался в нее. Я тут пару раз замечал. Да, перестань. Ваши переглядки, а? Это тоже мне Пинкертон. Она мне в дочери годится. Да хватит сюда. Простите. Случайно услышала ваш разговор. Да, конечно, заходи, нам скрывать нечего. Вот если бы меня спросили, я бы ответила, что вкладывать деньги в инвалидов неправильно. Поддерживать надо молодых, амбициозных, талантливых, способных приносить пользу людям. А какой толк человечеству от этих кабачков? Аутисты, Ирина, не инвалиды. Они просто другие люди. И из них иногда вырастают гениальные ученые. Давай сюда. Ух ты! Как быстро училка тебя в свою веру обратила и в оборот взяла. Хватит ерунду молочь. Что? Боря прав, ты влюбился? Свободно. Так. Боже, какая вы красивая. Так, давайте, может быть, я пирог в духовку поставлю? Тесто, голубушка, любит одни руки. Правда, не такие пляшущие, как мои. Дай-ка мне таблеточку успокоительную. А то что-то не припомню, пила я сегодня или нет. Но Эля сказала, что пили. Все равно, давай. А то как мне с такими руками гостя встречать? Не забыть бы, как его зовут. А то вчера с Кларой разговаривала, напрочь вылетела, как ее зовут. Это Клару-то. Еще не могла вспомнить тему своей докторской диссертации. Нет, это невыносимо. А что будет дальше? Ничего, в этой жизни ко всему можно приспособиться. Эля вам напомнит, я вдруг чего. Да, особенно тему докторской диссертации. Ну и как с этим жить? Цикуты мне не найти, остается только петлю. Бог с вами, грех, а еще профессор называется. Я старая атеистка, Лара, так что Богом меня не испугать. Может быть, Элю предупредить надо было? Вдруг ей не понравится ваша затея? У меня, дружочек, нет времени. А если переклинит? Прямо завтра. А я даже не знаю человека, которым так увлечена моя внучка. Добрый вечер. Добрый вечер. Капитолина Сергеевна? Да, я. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Это вам. Благодарю. Константин Станиславович. Рада знакомству. Взаимно. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходите к столу, пирог стынет. Проходите, пожалуйста. Раздевайтесь. Благодарю вас. Как только погрузишься в языковую среду, все, что учила, само собой будет выплывать. Вот видишь. Хорошо, что в моей жизни именно ты появилась. А то была бы какая-то столетняя куша, и что? Я бы умерла со скуки. Передавай Константину Станиславовичу большой привет. Ну, конечно, передам. Я его целыми днями не вижу. Он ходит какой-то странный, рассеянный, улыбается сам себе. Я думаю, влюбился, может. Влюбился. Было бы неплохо. Не хотелось бы мне вот тут одного оставлять. Ну, ладно, пока. Давай. Приведусь.
Рад был познакомиться с вами. Простите, вы так наставили на встречу, потому что... Потому что Элечка определенно увлечена вами. А мне, как говорится, объект неизвестен. Был. Я думал, вы хотите поговорить о вашей болезни. Я очень хотел бы чем-то помочь вам. Не разочаровывайте меня. Говорить с дамой о ее нездоровье моветон. Просто у меня поклонник по фамилии Альцгеймер. Всего доброго. До свидания. Вот за такого бы я замуж пошла. Пока тебе пора на автобус. Точно. Опоздаешь. Справитесь без меня 2 дня? Обязательно. Точно? Точно. Не забывайте о лекарствах. Вечером, утром. Помню. До встречи. Завтра. Все завтра. Элеонора Владимировна, мне кажется, ваши занятия как-то растормошили сына. Да. И наша стала такой. Более эмоциональной, что ли? Ну, значит, мы с вами на правильном пути, да? Конечно. Да. Спасибо, до свидания. До свидания. До встречи. Эля, ты так сегодня прекрасно выглядишь. Правда, тебе нравится? Отпад. Спасибо. Может, по кофейку? Лара отпросила сегодня на дачу, я должна бежать. Я помчалась. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Бабуль, смотри, какую прелесть я тебе купила. Прости.
Девочка моя, радость моя, любовь моя. Я никогда не говорила тебе этих слов при жизни. Боялась избаловать. Ведь жизнь тебя не баловала с самого рождения. И тебе нельзя было вырасти слабой. Теперь я уверена в этом. Есть кому тебя любить, защищать и даже баловать. А я пойду туда, во что не верила. Надеюсь, там я даже подружусь с господином Альцгеймером. И где не буду никому мешать. Прости и прощай. Будь счастлива. И кланяйся Константину Станиславовичу. Он славный. Спасибо вам огромное. Я бы сама не справилась. Ну что вы. До сих пор не могу поверить, что она меня оставила. Она не хотела портить вам жизнь. Невероятная женщина. Как я теперь буду одна? Я совсем не умею без нее жить. Давно хотел сказать вам, я, конечно, не смогу заменить вам родного человека, но вы всегда можете на меня рассчитывать. У меня хорошая идея. Пусть Эля сегодня останется у нас переночевать. Нельзя в такой день быть одной. Спасибо, но я... Я думаю, будет правильно, если вы некоторое время погостите у нас. Да. Уверен, Капитолина Сергеевна не возражала бы против этого. Пойдемте. Доброе утро. Уже не спишь? Подожди. Я должен тебе сказать. Послушай, ну мы же с тобой взрослые люди. И с самого начала между нами все было предельно ясно. Да, предельно. Раз в неделю никаких обязательств. Но ведь и этого не стало с тех пор, как появилась эта пигалица. Кость, ты мне скажи, ну что умеет она, чего не умею я, а? В жизни, в постели. Ну, здесь ни при чем. Ну, ты же понимаешь, что я тебя так просто не отдам. Я думаю, это смешно. Между нами больше ничего быть не может. Прости. Правда, прости. Ладно. Ты меня просто плохо знаешь. Это она на защиту докторской шила. И камею в антикварном купила. Может, тебе оставить? Ну, конечно. Куда мне? Картошку копать? У тебя, Ларусь, работа с людьми. Да нет, у меня никакой работы. Может, ты кардиган возьмешь? Мне будет приятнее, если бабушкины вещи еще кому-то послужат. Тем более тебе, диагента наш наглядный. Только диагент не уберег бабушку. И она говорила мне, но у меня и мысль не проскочила, что она это сделает. Может, ей было проще сделать это, чем стать беспомощной. Ты теперь у Литваков живешь? Да. Стася пригласила погостить, чтобы я не была одна. Ну, а сам Литвак? А что, Литвак, он тоже не против? Да, Капитолина была права. В чем? А в том, что нравится тебе Константин Станиславович. Он потрясающий человек. Такой благородный, щедрый. Ну, а ты его любишь?
Восхищаюсь. Разве это не любовь? То есть ты бросил все дела и помчался помогать какой-то малознакомой пожилой женщине только потому, что это бабушка Элли? Пап, что происходит? Я не знаю. Она ведь почти твоя ровесница. Кто? Бабушка? Ой, Стаська, мне не до шуток. Я даже не знаю, как к ней подойти. Лихим кавалерийским наскоком. Это я тебе как девочка говорю. Пап, я очень хочу, чтобы ты был счастлив, правда. Только, пожалуйста, будь осторожен. Если что, я рядом. Все, мне пора. Я побежала, буду после. Сама будь осторожна. Лихим кавалерийским. Привет. Здравствуйте. У меня для тебя сюрприз. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Я люблю себя. Ну где ты пропадаешь? Так. Так. Хорошо, что вы обе здесь. Я хочу сделать заявление. Будь моей женой. Хорошо. Можно? Я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Я очень рада, что вы вместе. Стоп. Это что получается? Я свадьбу пропускаю? Подожди, какая свадьба? С этой сватой, с пупсом на машине и толпой незнакомых людей? Я, честно говоря, не готова. Не хотелось бы. Ну, отлично. Отметим по-семейному. Вдвоем. Да. Я подумаю и решу. Илечка, у нас завтра переговоры с итальянскими партнерами. Но вот переводчик заболел. Но я не знакома с финансовой терминологией. С другой стороны, у нас впереди еще вся ночь. Значит так, тогда завтра утром провожаем ребенка и едем в офис. Да? Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Проходи. Работаем, работаем. Меня на серую мышь решил поменять. Ну-ну. Селфи? Да. Давай. Так. Есть. Все. Слушай, а может, все-таки в ресторан? Ночью, думаю, у плиты стоять. Я успею всех переориентировать. А я Лару пригласила. Она поможет с готовкой. У нее сейчас работа не очень. Ты не против? Я только за. Будем заводить семейные традиции. Точно. Заходите, заходите. Располагайте. Ага. Гости дорогие, проходите в дом. Давай. Ира. Спасибо. В дом, дом проходите. Здравствуйте. А ты как здесь? Мне здесь не рад. С каких-то пор. А. Не оправдывайся. Но забыл позвать подругу на корпоративное торжество. С кем не бывает. Я не сержусь. Контракт с итальянцами обмываем? Так, моя хозяюшка. И кто у нас сегодня в этой роли? Друзья, разрешите представить мою жену, Элеонора Вадимовна Литвак. Моя Вилечка. Не делай глупостей. Или ты хочешь вместе с любовником потерять еще работу? Горько! Вот. Ну что вы стоите? Проходите к столу. Спасибо. Так, секундочку, секундочку. Вот. Но то, что я вас люблю, это вы и так знаете. То, что я рада появлению у меня прекрасной мачехи, тоже. А вот про то, что мне очень хотелось бы братика или сестренку, я говорю вам сейчас. Так что будьте добры, пожалуйста. Ну и горько! Не переживай, я умею проигрывать. С этого момента ничего личного, только бизнес. Правда, я очень рада, что ты счастлив. А ключ от заветной калиточки я обещаю, я выкину. Поздравляю. Спасибо. Обращайте внимание на Ирину. Она, конечно, стерва, но блестящий бухгалтер. Я без нее как без рук.
А ты не говорил, что позвал ее? Да я не звал ее, она сама пришла. Между вами не просто партнерские отношения, правда? С недавних пор в моей жизни есть только одна женщина. Это ты. А Ирина в этом доме больше никогда не появится. Послушай, я прожил долгую жизнь. Я, конечно, не ангел. Пообещай не ревновать меня к прошлому. Я люблю тебя. Ведь я тебя искал целых 20 лет. Верь мне. Пойдем, гость. Пойдем. Стась, слушай, ты что там, фотомоделью стала, что ли? Подрабатываешь? Нет, на фотографии делал профессиональный художник. Какая композиция, какая глубина кадра. Скажи, а ты как? Как братан? Нормально. Продолжаю помогать компании. Переводов много навалилось. Да. Я поняла. Ну хорошо, давай мы с тобой позже еще созвонимся тогда, да? Давай. Целую. Да. Пока. Очень не терпится познакомить тебя со своими. Кстати, Элле понравились твои работы. А она в этом шарит, между прочим. Котенок, послушай, я скажу тебе то, что ты и так уже знаешь. Ты очень классная девчонка. И мне реально прикольно с тобой. Но я продал квартиру и переехал в Лондон, чтобы сделать себя. Чтобы стать богатым и знаменитым. А не... Ну, ты понимаешь. У меня нету богатенького папы. Ну, я же не виновата, что я родилась в такой семье. Да при чем здесь это? Я... О, понимаешь, я художник. Я не могу уткнуться в одну прекрасную ромашку и любоваться только ею, когда вокруг море других цветов. Ты хочешь сказать, что у тебя есть другие? Да при чем здесь это? Я просто хочу быть честным с тобой. Да ну, как твою честность, ты придурок. Я думала, у нас все серьезно. Так, подожди. Понимаешь, когда между мужчиной и женщиной возникает что-то кроме любви, их отношения начинают портиться. Да что ты? Да. Да пошел ты. Тебе кто про любовь вообще говорил? Ты? Художник он. Друзья мои, здравствуйте еще раз. Во-первых, я рад вас очень видеть всех. Во-вторых, Элечка хочет попрощаться с вами на время декрета. После рождения ребенка мы на некоторое время уедем куда-нибудь на юг, где теплый климат и морской воздух. Прекрасное решение. А мы здесь постараемся не уронить знамя компании. И третье. Ирина Николаевна с сегодняшнего дня назначается финансовым директором компании. Прошу любить и жаловать. Спасибо. Работаем. Кость, я, наверное, поеду уже домой, ладно? Ты в порядке? Да, все хорошо. Повидалась и хватит. Боль меня отвезет. Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь быстрее справиться с делами. Давай. Удачи. Удивил. Хотя узнаю прежнего Литвака. Кстати, я хотела тебя кое с кем познакомить. Он у меня в кабинете, поди, заждался уже. Пошли. Пойдем. Вот, знакомься. Игорь Ждан, мой племянник. Я тебе о нем рассказывала. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вернулся он из-за границ своих. Рекомендации блестящие. Я лично его протестировала. Уверена, что он прекрасно впишется в наш коллектив, учитывая мое новое назначение. А чем бы вы могли заняться? Ира говорила о ваших планах по инвестированию в ритейл. Вот, собственно, этим я в последнее время и занимаюсь. Отлично. Действуйте, Ирина Николаевна.
просто. Ну что, малыш, отметим? С меня мои фирменные стейки. Два. Да, достанется же какой-то бабенке такое счастье. Не достанется. Ну, это почему? Ну, потому что я охотник. К светлому образу жизни не предназначен. У меня на жизнь другие планы. Это же какие, позвольте узнать? Вино. Так, ну, во-первых, огромный дом. Хоровод веселых телочек. Да. Спасибо тебе. Мама была бы рада, что мы вместе. Да, земля и эпохам. Но я просто выполнила обещание. Выучила тебя, на ноги поставила. Я без тебя бы не справился. Ты классная. А теперь твой черед. Тем более, что все может сложиться очень даже неплохо. Ты о чем? Да есть у меня кое-какие мыслишки, но их еще надо размять. Спасибо. Можно вопрос? Угу. У вас ведь с Литваком был роман? Потом он женился на другой, а ты продолжаешь на него работать. Ну или твои кое-какие мыслишки связаны именно с ним? Да. Знаешь, а я его понимаю. Девчонка и вправду хороша. Господи, да что ж такого в этой бледной моле? Ну даже ты к ней глазами приклеился. Ты что? Она же Аэлита. Инопланетянка, человек другой породы. Он в ней это почуял и приручил. Я тебя умоляю, чушь не неси. Счастье я смою с его лица, да и с ее тоже. А Элита, блин. Приятного аппетита. Ну, по-моему, то, что надо. Хорошее место. То, что нужно для старта сети. Ты знаешь, мне кажется, это очень удачное инвестирование. Женщинам очень нужны такие магазины. Чтобы прийти выпить кофе с подругами, пообщаться с дизайнерами, заказать товар, в конце концов. В такой, знаешь, женский клуб любительниц домашнего уюта. Гениальная идея. Да, кстати, с теми дизайнерами из Италии я связалась. И с поставщиками фурнитуры. Сделала переводы всех документов для таможни, если что. Так, подожди, ты не переутомляешься, самое главное. Костя, беременность – это не болезнь, это нормальное состояние женщины. Звонила в центр. Соскучилась по детям. Родишь, вернешься к ним. Скоро Стася возвращается. Да. Тебе не показалось, что она изменилась? Неужели влюбилась? И кто он? Ух ты! Хоть приличный? Не знаю, молчит. Но он в нее безумно влюблен. Откуда известно? Так видят женщину только влюбленными глазами. Можно вас? Привет, ребенок. Привет. Ты что, плачешь? Я дура. Почему? Мы с Гарри немного поссорились и... Спасибо. Я как идиотка накупила фруктов, вина. Пришла к нему мириться, а он там другой. Гарри, значит. Урок первый. Никогда не приходи без звонка.
Особенно, если ты не любишь сюрпризы. Он же на меня такими глазами смотрел. Он мне слова такие говорил. Я думала, что он... Что мы с ним... А он... Может, это и к лучшему, м? Что к лучшему? Хорошо, что это случилось сейчас. Подумай. Пока ты не успела стать его женой или матерью их детей. Стась, ну нет же ничего страшнее, чем предательство родного человека. Ну я же его люблю. И что, если я больше никого никогда так не полюблю? Так не полюбишь. Полюбишь иначе. Любовь, она разная бывает. Ты откуда знаешь? Как тебе сказать? Об этом написаны почти все книги мира. И бабушка так говорила. Ну и что? И что, и зачем мне эти книги, если я ему не нужна? Ты нам нужна. Мне, папе. Мы тебя очень любим, Стась. В твоей жизни еще будет столько счастья, столько любви. Сейчас закончишь учебу, приедешь, и все наладится. Вот увидишь. Я тебе обещаю. Спасибо тебе. Скажи, что ты у нас есть. Люблю тебя. Пока. Потерпи еще немножко, а? Скоро познакомимся, мы тебя с папой очень ждем. Всего лишь через парочку недель увидимся. Не верь ей, малыш. И папе своему не верь. Взрослые всегда врут. Что вы здесь делаете? Что вам нужно? Мне? Ничего. А раньше вот так же, как ты, детей хотела. Как ты все-таки умудрилась его под себя подмять? Мне он ничего не разрешал менять в этом доме. Вам? А он разве тебе ничего не рассказывал? Да, мы были вместе. 3 года. Я думаю, я не лучший собеседник для подобных воспоминаний. И детей не разрешал заводить. Сейчас бы, наверное, уже парочка вот по этим бы ступенькам прыгала. Это же неправда. Боже мой, какая очаровательная наивность. Скажи, а ты действительно думаешь, что он до тебя монахом жил? Мне это неинтересно. А то, что он ко мне до сих пор заглядывает, тебе тоже неинтересно? Сегодня, кстати, жду его на ужин. Ты позвони, узнай, какие планы на сегодня. Уходите, а? Если вы хотите поссорить нас с мужем, то у вас ничего не получится. Какая прелесть. Скажи, он у тебя первый? Второй? Третий? Ну да. Ты же у нас из этих, из приличных. У меня нет ни малейшего желания это выслушивать. Мужики все предатели. У них это в природе. Находят себе вот таких вот дурочек, как ты. Убирайтесь! Как страшно. Прям тигрица. Да кошка ты драная. Он тебя все равно бросит. Пошла вон. Фу. Что за манера? Разве тебя этому бабушка-профессорша учила, а?
А раньше вот так же, как ты, детей хотела. Да, мы были вместе. 3 года. И детей не разрешал заводить. Сейчас бы, наверное, уже парочка вот по этим бы ступенькам прыгала. А то, что он ко мне до сих пор заглядывает, тебе тоже неинтересно? Мужики все предатели. У них это в природе. Он тебя все равно бросит. Это я, Борис. Константин Станиславович, нам удалось спасти вашу жену. А сына? Нет? Мне очень жаль. Мы боролись за жизнь малыша до последнего, но мы же не боги. Константин Станиславович, и еще, ваша супруга никогда больше не сможет иметь детей. Как он, наш малыш? Ты его видел? На кого он похож? Мне принесут моего сына? Послушай, так получилось. Наш малыш. Он... Его нет. Грешникам не посылают ангелов. Ангелы сразу улетают обратно на небо. Почему ты оказалась в лесу? Что случилось? Расскажи. Я все пойму. Это уже не имеет никакого значения. Я себе что-то придумала. А жизнь, она другая. И люди тоже другие. Как она? Плохо. Очень плохо. Поэтому ты подхватишь все мои дела, хорошо? Конечно. Спасибо. Ну, пойдем. Друзья, на некоторое время у руля компании станет Ирина Николаевна.
Простите, я пойду. Правда, что ли, Аэлита? Привет. Ты мне нужен. Спасибо. Что за игру ведет эта Элечка? Судя по всему, она ничего не рассказала мужу обо мне. Почему? Да просто она его любит. Он тебе не поверил. Почему? Потому что она не хочет развалить все то, что между ними есть. Дура она, а не инопланетянка. Ну ничего, ничего. Все только начинается. У меня грандиозные планы. А ты поможешь мне их осуществить. Ну, для начала завтрашнего дня ты становишься моим замом. Мне надо, чтобы ты взял на себя как можно больше инвестиционных проектов. Такими вещами нас не запугать. Я готов перевернуть всю стратегию компании. Мне нужны конкретные дела. Так что пусть он нянчит свою Элечку, а мне отдает все, что у него есть. Ир, я завел несколько очень важных знакомств среди высших чиновников области. Если не поскупимся, сможем забрать под себя часть крупных объектов областной инфраструктуры. Ну почему же часть? Я хочу все. Щекочет нервы? Щекочет. И тебе совсем не жалко ни Литвака, ни его жену? Меня он не пожалел. Спал со мной, спал. Я делала от него аборты. А потом у него случилась великая любовь, окей. Но все имеет свою цену. Даже любовь. Не помешал? Нет. Ты меня обвинишь в произошедшем. Но я все время пропадал на работе, и меня не было рядом с тобой в тот миг. Я никого не виню. Кажется, что пережить это горе нам будет легче, если мы будем вместе. Я очень скучаю по тебе, правда. Я не знаю, как тебе помочь. Я справлюсь. Дай мне время. Завязывай с этим, а? Месяц.
месяц кручу и кручу эту ситуацию, не могу понять, что тогда произошло. Почему Эля тогда убежала в лес? И почему она до сих пор ничего не говорит об этом? Я не понимаю, Боря! Вот если бы стояли тогда камеры, как я просил, 2 года, может, я мог бы ответить на твои вопросы. А теперь? А почему здесь камеры, Боря? Что ж за моду взяли пить натощак, а? Да не хочется мне есть, Лар, ну не хочется мне. Одно не хочется, другому не хочется. А мне что, смотреть на вас сил у меня больше нет никаких? Ну не ворчи. Дочь. Привет, Стася. А ты давно разговаривала с Элей? Только что. Папа, она просит меня, чтобы я не приезжала. А со мной она вообще говорить не хочет. Я прям не знаю, что мне делать. Давай для начала поменьше трагизма. Я все изучила, прочитала о таких ситуациях. Папа, у девочек такое бывает даже после нормальных родов. Послеродовая депрессия. А тут такое. Ну, все постепенно пройдет. Что предлагаешь? Сидеть и смотреть, как человек увядает? Мне кажется, я просто противен, понимаешь? Ну, психологи пишут, что нужно переключиться. И тебе, и ей. Пап. Ты у меня сильный. Да, прости. Что-то расклеился твой папа. Сейчас я возьму в руки себя и ситуацию. Спасибо тебе, дочь. Прости меня. Давай, пока. Константин Станиславович, уныние, грех большой. Если Господь посылает такую ситуацию, значит, для чего-то она нужна. Просто нам надо разгадать, для чего. Перестань бухать. Поезжай в офис, займись делом. Ирина, конечно, тянет кое-что. Но ты все не то. Развалится все, к чертовой матери. Она многие вещи видит по-иному. Я случайно узнал. Она решила не платить спонсорский взнос детскому центру Эллиному. Эль, твои дети в центре, они ждут тебя? Я звонил Светлане. Надо развивать центр. Давай сделаем там ремонт. Закупим новое оборудование, компьютеры, книги. Ну, хочешь, позовем лучших специалистов. Скажи, что я должен сделать, чтобы вернуть тебя к жизни? Да. Ты прав. Надо позаботиться о центре. Ты не бросай его, пожалуйста. А я больше не смогу работать с детьми. Это выше моих сил смотреть, как растут чужие дети. Лучше я буду заниматься чем-то другим. Хорошо. Скажи, чем? Я сделал для тебя все, что угодно. Хозяин, ты, я зачем? Ну, у Элли давно эта идея бродит. Я ей показывал одно помещение для магазина еще до всего. Она хочет организовать какой-то женский клуб. Готовые дизайнерские идеи на любой вкус, на любой карман, понимаешь? Понимаю, идея прекрасна, а я здесь при чем? Есть одна проблема. Финансовая составляющая бизнеса. Отчеты, налоги и так далее. Нужен человек, который бы помог ей хотя бы на первом этапе. Ты на меня намекаешь? Нет. Я не могу, у меня времени совершенно нет, учитывая мою новую должность. Потом не примет Эля помощи из моих рук. Почему? Ну, потому что она меня недолюбливает. Будто знает, что между нами. А вот Игорь, племянник мой. Отлично. Он, кажется, ритейлом занимался, да? Совершенно верно. Отличная идея. Кость, не переживай. Я с ним поговорю. Спасибо. Thank you.
Выходи. Так, молодец. Это сюрприз. Сейчас сама все увидишь, не хочу тебе мешать. Заеду за тобой попозже. Давай. Иди, иди. Здравствуйте, Эллинора Вадимовна. Здравствуйте, можно просто Элли. Игорь Михайлович, ну, управляющий, будет буквально через минуту, а пока я вам все покажу. Это у нас торговая зона. Это зона для покупателей. Здесь место у нас для консультантов. Правда, у нас есть еще второе место для консультантов, но я вам его покажу чуть позже. А вообще территория очень большая и красивая. Удивительно, я себе все это так представляла. Очень уютно и в то же время так современно. Мы старались. Кто это все оформлял? Я. Ждан Игорь, управляющий. А вы хозяйка всего этого? А, я так понимаю, что да? Да. Я не буду вам мешать, осматривайтесь. Если понадоблюсь, я рядом. Угу. Виктория, будь любезна, покажи Эллинор Вадимовне ее владение. Хорошо. Пройдемте? Да. Алло, Костя, я свободна. Забери меня отсюда как можно быстрее, пожалуйста. Да нет, то есть, да, все понравилось. Ага. Управляющий чем-то напугал. Игорь, как его? Игорь Ждан. Нет. Я хочу купить этот магазин. Он наш, Влади. Ты не понял. Я хочу купить его себе. Я давно думаю, что сделать с бабушкиной квартирой. Странная фантазия. Покупать то, что я так говорю. Ничего странного. Хоть человек. Чего ты пристал? Спасибо. Представляешь, они даже старше меня. Может, даже и бабушки. А Игорь придумал, куда их поставить. Такой стеллаж будет. Игорь, Игорь, только о нем и разговоров. Что, он мне очень помогает, я бы без него не справилась. Да, Игорь. Да, почти все собрали. Можешь вызывать грузчиков. Спасибо. Прям в каждую бочку он затычка. Ларусь, понимаешь, чтобы в магазине получилось то, что я хочу, это нужно душу вложить. А на это не каждый способен. А этот способен? Этот способен. Эх, девка. На. Салон – осуществленная мечта.
Спасибо вам за это, Игорь. Скажите, Илья, Константин Станиславович приедет принять работу? Потому что ни разу здесь не появился. Мало ли, вдруг ему не понравится. Я просто не хотела показывать половину работы. На открытии он будет. А вообще он мне во всем доверяет. Ну да. Ладно, в любом случае, я благодарен вам за то, что вы... Ой, осторожно. В любом случае, я благодарен вам за сотрудничество. Мне нужно возвращаться на основное место работы. Если вдруг вам что-нибудь будет нужно, мне будет вы, нужно, пожалуйста... Потому что я не справлюсь... Прости, я не должен был. Иди занимайся гостями. Привыкай. Мои поздравления. Спасибо, что пришли. Да, хорошо. На пользу дело пошло. Спасибо тебе, надоумил. Ну, молодец она. Конечно. Все быстро организовала. Все сама? В основном. Финансовый управляющий занимался. Ждан? Шустрый малый. Что-то его не видно. Поздравляю. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо. Какая умница твоя Эля. Я тебе уже даже кое-что присмотрела для дома. Да, великолепно. Поздравляю. Спасибо. Здесь очень атмосфера красиво. Атмосфера здесь великолепная. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю. Это успех. Да, спасибо. Извините. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Константин Станиславович. Поздравляю, впечатляет. Это все Элеонора Вадимовна. Да. Я пойду цветы поставлю. Конечно, конечно. Вы же не бросите ее в самом начале пути? Ваша супруга оказалась очень прилежной ученицей. Я абсолютно убежден, что она совсем справится сама. Конечно. Дайте время немного успокоиться. Мне кажется, она на грани нервного срыва от волнения. Вы можете на меня рассчитывать. Спасибо. Друзья мои, Элечка. Я сегодня счастлив, как никогда. Потому что сегодня счастлива та, которую я безмерно люблю. Поздравляю тебя с успехом. Поздравляю. И если честно, для меня это довольно неожиданно. Неожиданно настолько, что не хочется останавливаться на одном магазине. Пусть это будет сеть таких нужных и полезных для наших милых дам заведений. И, кстати, завтра еду в командировку и начну задирать почву на предмет открытия сети магазинов. Конечно, если хозяйка не будет против. Ну, конечно, я не против. За это и выпьем. Давненько мы с шефом не ночевали в гостиницах. Главное, чтобы по забегаловкам не бегали. Еда. За старшую остаешься. Смотри, чтобы порядок был. Да мне отпуск дали. Это чего? Ну, Эля разрешила, пока вас не будет, к своим съездить.
А звонить перед визитом тебя не учили? Она пропала. Уже сутки трубку не берет. Кто? Кто? Эля? В магазине тоже не появлялась. А у нее, наверное, нравственная дилемма. Изменять мужа или не изменять. Знаешь, для дамочек такого типа это весьма сложно. Вот она поди и рыдает у себя дома в растрепанных чувствах. Ир, что мне делать? Ладно. Держи. Это что? Это ключ от калитки Литвака. Но только будь осторожен. Борька хвастался, что он в саду везде камеру понаставил. Ты понял? Я думал, ты совсем другая. Какая? Холодная, как снегурочка. Совсем не знающая любви. Я тоже так думала. Я очень хочу сделать тебя счастливой. Иначе зачем все это? Все-таки я тебя разбудила. Прости.
Папа спит? Он в командировке. Тогда храним в тайне мой сюрприз. Эля! Папа приехал! Привет! Привет! А ты какими судьбами? Соскучилась. Ты в порядке? Да, все хорошо. Держи это тебе. Ну, хоть девчонки мои дорогие. А ты что не в Лондоне? Ну, а ты раздевайся, я тебе сейчас все расскажу. И что? Она просто сдалась? Ну, так, для порядка сказала, что типа нет, не надо. Только не здесь. Но тактика буря и натиск беспроигрышна. И что будешь делать? Наслаждаться страстью, растаявшей снегурочки. Знаешь, есть в ее целомудрии что-то будоражащее. Прям такое ощущение, что я ее первый мужчина. Ну, это быстро надоест. Надо как-то правильно воспользоваться этой недотрогой. А то твоя Снегурочка рискует превратиться в пару и исчезнуть. Да куда она исчезнет? И зачем? Ау! Игорек, очнись. Я с тобой о деле говорю. Или ты в нее влюбился? Нет, это не для меня. Но вот наставлять рога самому Литваку – это такой кураж. Будь осторожен. Литвак способен раздавить любого. Так я вроде не мальчик, да? Ну ладно, ну чуть-чуть поиграешь в романтика, а потом посмотрим. И вообще, пап, учиться нужно на практике, а не слушая чужие рассуждения. Теория – это фундамент, а практика – это дом. И строить его нужно всю жизнь. Вот Эля взяла и построила бизнес. И, судя по всему, весьма успешный. Кстати, давай поедем туда. Не надо. Ну, побудьте с папой дома. Мы так соскучились. Да, ты права. И у Лары там чем-то так вкусно из духовки пахнет. Твоим любимым медовиком. Извините, поставщики. Вот жизнь настоящего бизнесмена. Ни минуты покоя. Что там? Поступило предложение, от которого невозможно отказаться? Да, надо ехать. Ну как ехать, Эль? У тебя такие руки ледяные. Ты здорова? Ой, ну что там, ехать, мы делами заняться. Где твой Ждан? Он в командировке. Да и потом, это же мое дело. Ну хорошо, я скажу, Борис, пусть играется. Не надо, он с дороги. Кости сама. Что с ней? Или в последнее время сама не своя, после всего того, что произошло. Я делаю все, что могу. То все хорошо, то вот так вот. Ничего. Мы вдвоем быстрее справимся. Мы же семья. Только не говори мне, что такие нервы из-за деловой встречи. Лара, я самый ужасный человек на свете. Что случилось? Расскажи, тебе легче станет. Не станет. Я должна все исправить. Что исправить? Эля! Привет. Послушай, все, что между нами было... Подожди, пожалуйста, может, пройдешь? Все, что между нами было, это большая ошибка. Я люблю своего мужа и не намерена его обманывать. И будем считать, что это было досадное помутнение рассудка. Но это неправда. Ты любишь меня и сама прекрасно это знаешь. Это уже не важно.
Я прошу тебя, уволься с магазина. Нам вообще лучше не видеться. Хорошо. Уволиться я могу. А что делать с чувствами? Их тоже уволить? Когда мы все точно узнали про Лондон, папа пригласил Элю. Хозяйка. А вот она сейчас. Привет! Ну, наконец-то. Привет. Как ты? Нормально. Ты хорошо себя чувствуешь? Да, все хорошо. Ну что вы там, скоро? Все нормально. Кто это? Это мои ребята, я тебя сейчас познакомлю со всеми. Здорово! Знакомьтесь, это Эля, моя любимая мальчика. Добрый вечер, приятно познакомиться. Простите, мне после работы нужно немножко отдохнуть, а потом я к вам присоединюсь. Ну что, как ты? О, руки, слава богу, теплые, а то я утром испугался. Ну что, идем? Да что, у нас гости, останься. Ладно? Хорошо. Ну что, давайте к столу. Наливайте. Какая-то она странная сегодня. Ты не заметила? Не заметила. Нормальная она. Я с красненького начинаю. Давай. За любовь. Ура! Да что ж такое, а? Ну, что случилось? Говори. Легче станет. Не могу. Послушай, девочка моя, что бы ты ни сделала, я все равно буду тебя любить. Я помочь хочу, слышишь? Ты мне ничем не поможешь. Да что ж ты такое сделала? Я влюбилась, Лара. Всем нам Господь дает испытания. Ну, как бы проверяя, человек ты или ты барахло. И важно, очень важно не дать себя сломать. Я уже за Костю переживаю. Он мне так верит. А я тебе так скажу, по-простому. Ну, вот как бы сделала я. Во-первых, ничего не говори мужу. Это и правда его убьет. Да. А во-вторых, дай этой страсти из себя выплеснуться. Иначе сгоришь изнутри. Это стихийное бедствие. А давай поедем с тобой к морю, чтобы пальма, песок и только мы вдвоем. Ну, конечно. Вот только... Что? Хотел порадовать вас без свидетелей.
Ну ладно. Дочь моя, вот тебе от папы подарок. Небольшая, но очень уютная квартира. Держи. Сколько ты лучший, лучший! Я в таком случае тоже хочу сделать от тебя подарок. Пришлю дизайнеров, пусть делают тебе проект. А? Так давайте завтра все по квартире порешаем. Да. И наконец-то ты мне покажешь свой магазин, ну? Так, давайте отметим. Давайте. Обмываем ключи. Ну, давайте. Ключи. Ура! Запускайте. Ну, проходите, смотрите. Ну, что скажешь? С ума сойти. Нравишься? Обалдеть! Стась, ну как тебе? Все, нет, мне ничего не надо. Я сама тут хочу сделать, сама, собственными руками. Ну как это, Стася? Ну не обижайся, пожалуйста, я уже прям все вижу, правда. Вот здесь занавески, всякая мелочевка, минимум мебели, и я все сделаю сама. Ты настоящий литвак. Все правильно, дочь. Тогда хотя бы текстиль от меня в подарок. Договорились? Да. Едем прямо сейчас? Конечно, вперед. Поехали. Поехали. Нравится? Класс, да. Вот этот нравится мне. Мы еще подберем тебе светлый тюль какой-то по каталогам. Выберешь. Mm-hmm. Ну, это пока лучше, да? Хорошее местечко получилось. Да, я этого добивалась. И добилась. Бизнес движется отлично. Я посмотрел отчеты. Толковый управляющий этот, Ждан. А где он, кстати? Наверное, в компании. У него там куча дел. Он проект уже закрыл и только следит за отчетностью. Mm-hmm. Мне кажется, он должен быть классным. Сколько ему лет? Не знаю, около 30, наверное. Женат? Не знаю, я не спрашиваю. Знаешь, что я подумала? Мы в твоей квартире можем использовать твои фотографии. Да они просто невероятные. Кстати, а что там с Гарри? Вы с ним до сих пор не общаетесь? Нет. Ну что, недели 2-3, не больше. Как Эль захочет. Ну, а ты тут за главное. Хорошо. Как говорится, спасибо за доверие. И попроси Ждана присматривать за Элечкиным магазином. Я понимаю, у него тут работа выше крыши. Ничего, потянет. И если Стася присмотрит что-нибудь в магазине, разумеется, за счет заведения. Ясно, я передам, а что ей может понадобиться? Я ей квартиру купил. Хочу, чтобы обе мои девочки были счастливы. Спасибо большое. Давай своих чиновников. Пора. Коллеги, хочу наконец-то представить вас друг другу. Ирина Николаевна Судовцова, финансовый директор компании и правая рука господина Литвака. Николай Петрович Слепцов. Здравствуйте. Иван Иванович Прошкин. Знаете, мне особенно приятно, что партнером, которого мы так долго искали, оказалась такая очаровательная женщина. Благодарю вас. Благодарю. Ну что ж, Игорь Михайлович мне в общих чертах рассказал о ваших планах. Должна сказать, очень заманчивые перспективы. Да что там заманчивые перспективы? Там целый областной бюджет, который требует грамотной оптимизации. Да, те проекты, которые уже реализовала ваша компания, свидетельствуют о том, что вам любые планы под силу. Но главное наше достоинство в том, что для нас всегда на первом месте интересы наших партнеров. Ну что же, тогда предлагаю начать обсуждение нашего вопроса.
Добрый день, чем могу помочь? Здравствуйте. Мне бы поговорить с дизайнерами. У меня новая квартира, и вот нужна профессиональная помощь. Тогда вы очень удачно зашли в наш салон. Подождите минуту. Класс, спасибо. Игорь Михайлович, там клиентка новая. Планирую сделать большой заказ. От разработки интерьера до исполнения. Может, вам стоит? Да, Виктория, благодарю. Здравствуйте. Меня зовут Игорь, управляющий. Ася. Ася, очень приятно. Очень приятно. Я могу вам помочь? Да, я вот случайно зашла к вам в магазин, и оказывается, это как раз то, что мне нужно для моей новой квартиры. Мы могли бы с вами выбрать удобное для вас время и посмотреть квартиру. Скажем, сегодня я произвел бы замеры и отправил их дизайнерам, чтобы не затягивать процесс. А после вы смогли бы обсудить с ними весь креатив. Ася. Да. Да, давайте. Сейчас. Угу. Мне нужно пальто взять, вы подождете? Да, конечно. Минуту. Угу. Ну, крутая, крутая. Ты знаешь, мой тоже неплох. Где твой? Вон. Красный? Да. Погоняем? Погоняем. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Ой. Да, извините. Эля, посмотри, какие. Прямо с ветки. Живые. Даже пищат. Пи-пи-пи. Я бы хотела духи с таким запахом. Значит, будем искать. Я для тебя все, что хочешь. Из-под земли достану. Thank you.
Понимаешь, она экземпляр прелюбопытный. Она на меня так смотрит, вот. У меня аж прям... Ты будешь полным идиотом, если ее упустишь. А кто сказал, что я собираюсь? Ну, а как же твоя распрекрасная Снегурка? Ну, она с первой минуты хочет наши отношения прекратить, поэтому тут извините. Нет, 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 дорогой. Значит, слушай, что ты должен сделать. Теперь, как порядочный мужчина, ты должен на мне жениться. Я готов. Ася, это же Анастасия. Стася. Стася. Станислава. Константиновна. Литвак. Литвак? Угу. Ну, да, я тебе не сказала. Ну, просто, понимаешь, для большинства людей важно не то, кто я, а то, что я литвак. Я не большинство. Игорь. Ну, честно, не обижайся. Значит, о таких вещах нужно говорить заранее. По крайней мере, это было бы честно. Игорь. Игорь. Ну ладно тебе, не сердись. Игорь, ну не обижайся. Поехали отсюда. Значит, как порядочный человек, я должен... Будешь моей женой? Ну. Почему ты молчишь так долго? Ну скажи, да или нет? Да, нет, конечно, да. Да? Да. Хочешь понять? Нравится? Да. У меня есть тебе одна небольшая просьба. Малюсенькая прям. Давай не будем сразу рассказывать все твоей семье. Почему? Ну, потому что я не хотел бы, чтобы они думали, будто я с тобой из... Ну, в общем, я в этом магазине все дела уже закончил. Так. И теперь я жду нового, более высокого места в холдинге твоего отца, Константина Станиславовича. Вот и как только... Ну, мы сразу же все расскажем и поженимся. Знаю, это будет такая свадьба прям с пупсом на капоте машины и даже с фатой, да? Угу. Да? С пупсом. Угу.
Уважаемые коллеги, друзья, минуточку внимания. Хочу сообщить вам, что Игорь Михайлович возвращается на свое основное место работы и становится моим полноправным заместителем. Прошу любить и жаловать. Игорь Михайлович будет разрабатывать новые проекты с администрацией области. Успела. Самолет уже приземлился. Папа звонил, что скоро будет. Хорошо. Лар. Что? Я такая счастливая. С Игорем? Да. А ты что такая кислая? Да просто как-то быстро у вас все сложилось. Тревожно мне. Эй, ну ты чего? Все хорошо, правда. Только у меня к тебе просьба. Не говори пока ничего папе Эле, ладно? Я сама все расскажу. Так надо. Ну, раз надо, так надо. О! О! Привет! Привет! Слушай, светишься вся. Да. Ну-ка. А с чего бы это? А у меня в жизни кое-что произошло. Но это пока секрет. Ну ты хоть намекни, нам к свадьбе готовишься и коляску покупать уже. Я же говорю, секрет пока. Вы лучше расскажите, как вы отдохнули. Сейчас расскажем. На такси отправил. Полетела наша стрекоза домой. Точно она влюбилась. Глаз не оторвать от нее. Такая красотка. Такая она молодец. Правда? Элечка, ты чего? Прости. Прости, зашла в дом и Куда это ты с утра собралась? Не спрашивай, пожалуйста. Остановись. Не надо тебе к нему. Слышишь? Я люблю его, Лара. Хочу его видеть и ничего не могу с этим поделать. Это перегорит. Вспомни, как Капитолина говорила, что голова должна все решать. По-твоему, она была счастлива? Она никогда не вспоминала о моем дедушке. Она смогла сделать счастливой мою маму. Нет у меня ответов на твои вопросы. Но одно я знаю точно, что разрушить все можно очень быстро. И только потом понять, что оно того не стоило. Он того не стоит. Понимаешь? Может, ты и права. А что это с ней? Как не в себе девка. Да, ты что тут делаешь? Я думал, ты на отдыхе еще. Почему не позвонила? Я же... Подожди, что ты делаешь? Мне плевать, я больше так не выдержу. Я ухожу от Кости. Хорошая моя. Это сделает меня самым счастливым человеком. Но... Что но? Я больше не могу ему врать, он этого не заслуживает. Я сегодня уже ему все расскажу. Слушай, будь что будет. Моя мать растила меня одна. Простая медсестра работала на трех работах, чтобы у меня было все. Чтобы я выучился и смог наконец выбраться из этой нищеты. Она работала на износ, и однажды
ее сердце не выдержало. Она до последнего момента мечтала, что я стану большим человеком. Чтобы я управлял людьми. Совершал великие дела. Не понимаю, почему ты мне это рассказываешь. А еще она мечтала, чтобы я встретил девушку. Самую прекрасную на свете. Полюбил ее. И сделал ее счастливой. И со мной эта девушка не будет знать никаких забот. Я ничего не понимаю. Я пообещал, что так и будет. Так и будет. Конечно. Не будет. Твой муж уничтожит меня. Ты тебя тоже. Нет. Костя, он не такой. Он все поймет. Он меня отпустит. Подожди, я все продам. Хочешь, я продам магазин? Мы уедем, я начну все сначала. Может быть, твой Костя и отпустил бы. А могущественный Литвак обиды не простит. Ты его совсем не знаешь. Да ты его не знаешь. Такие империи не строятся бесквално, поверь мне. Ну и что же нам делать? Доверься мне. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Я люблю тебя. Ты не видела ее лицо. Она сумасшедшая. Она говорит, я не могу ему врать, поэтому давай вместе с тобой уедем в другой город. Да, не по зубам тебе оказалась эта инопланетянка. Да к черту твои умозаключения, Ир, делать-то что? А если она реально возьмет и... Не убивай же ее. Совсем сдурел? Успокойся. И молись всем богам, что у тебя такая умная тетушка. Ну что же, придется окончательно разворотить гнездышко Литваков. Сядь и послушай, что ты должен сделать. Поезжай-ка ты, милый, домой. И там в спальне среди книг ты найдешь один девайс. Thank you.
дверью. Ошиблись. Ты как? В порядке. Точно? Может, скорую вызвать? Нет. Ехать можешь? Тут недалеко. Отгоните машину, пожалуйста. Сделаем. Ну, где ее носит? Ночь на дворе. У меня душа не на месте. Что там? Прости, я полюбила другого. И уже наказан за свою ложь. Не ищи меня ни час, ни потом, прощай. Я недостоин тебя, прости. Да нет, это бред какой-то. Просто бред. Тебе тут какой-то пакет. Под ворота сунули. Да это монтаж. Конкуренты, это их рук дело. И СМС-ка тоже их рук дело, правда? Давай, Борь, поднимай своих ребят, надо найти Элечку. Давай, бегом, давай, давай. Охранник сказал, что она уехала на Стасином авто. Ну и что же здесь криминального? Я вот решил посмотреть старые записи с камер видеонаблюдения. И вот что я обнаружил. Мы в тот день были с тобой в командировке. Я проверил. И это никакой не монтаж. Кто он? Не знаю. Лара, кто это? Я не знаю, она мне так и не сказала. Я попробую выяснить. А зачем, Борь? А если она его любит? Вот и правильно. Отпустите ее. Эй, Господи, как же ты нас напугала. Вставай. А как я здесь? Ты пришла. Потеряла сознание. Только и успела сказать Петровичу, чтобы он никому не звонил. Но меня-то он набрал. Вы никому не говорили, что я? Пока нет. Хорошо. Ты что-то натворила? Свет, давай я тебе как-нибудь потом расскажу. Ну, как знаешь. Мне есть о чем подумать. Пришло письмо о расторжении спонсорского договора. От Литвака? Подписано финансовым директором Судовцова И.Н. какая-то. Все понятно. Я ему не дозвонилась, а она как отрезала это решение компании. Иля, это как-то связано с тобой? Не знаю. Чем платить аренду? Коммуналку? Хоть съезжать.
Съезжать мы не будем. У нас есть хороший юрист? Ну, найду. Будем бороться. Шеф. Да? Тут документы привезли на подпись. А ну-ка, давай-ка я подпишу быстренько, ну-ка мне. А вот. Ну ты хоть бы глянул, что подписываешь. А плевать, пусть Ирка смотрит. И так уже руководит во всем. Очень хорошо. И еще. Эля хочет продать магазин. Ну и великолепно. Это великолепно, Борь. Пусть продает. Это ее собственность, пусть продает. Не трогайте ее. Не надо. А ну-ка, Лара, плесни ко мне еще колдовства. Ты еще мне глазки строишь? Мне кто-то в моем доме нальет или нет, Борь? Все сам. Боря. Хорошо, что мне там заначка есть. Ой, Кость. Ты понимаешь, все самому нужно делать. Все сам. Все. Костя! Константин Станиславович! Скорую вызывай! До свидания. До свидания. До свидания. Привет. Ты кого-то ждешь? Где твои родители? Можно я посмотрю? Хорошо? Ну что, Лиза? Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, сейчас папа придет наш. Придет наш папа. Будет с нами в машинки играть. Да папа все время работает, да? О, ну, сыночек. Пришел. Иди, иди, иди. Иди, ножки, мой хороший. Что, нравится тебе машинка эта? Как посмотри. Нет. Уже не нравится? А как у папы машина. А я хотел пойти на работу, заработать денежки и купить тебе такую настоящую. Хочешь? Хочешь настоящую машину? Нет. Нет? Пока, я на работу. Да? Сейчас поиграй секундочку сам, ладно? Игорь. Ты опять о работе? Слушай, ну, мне кажется, уже пора. Мама. Ну, хотя бы на полденечек. Мама. Сыночек, ну, видишь, маме интереснее работать, чем мы с тобой. Ну, это неправда. Просто я не хочу превращаться в домохозяйку. Мама. Я, в общем, не против. Давай еще подумай, ладно? Папа! Пока. Пока, малыш. Папа. Мам. Да. Иди, там, иди, мой там. Сладкий. Там гулять идем, да? Лара!
Мы готовы гулять. Идем с дедушкой гулять, да? Идем там. Погуляем с дедушкой, да? Погуляем. Вот деда наш. А? И Ларуся с нами тоже, да? Давай, садись, ножки. Оп. Мама. Мама тут, да. Оп, вторую давай. Все, поехали. Так, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери. В графе «отец» написано имя, фамилия. Ну, мало ли, со слов матери могли написать все, что угодно. Mm. Тебя папа сюда привел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы не будем об этом говорить, если ты не хочешь. А знаешь, у меня есть такая классная книжка о планетах, звездах, созвездиях. Хочешь почитать? А ты любишь растения? М? Хочешь их полить? Держи. У нее средняя степень аутизма. Я думала, что все гораздо хуже, так что мы поборемся. Если она будет с нами. Возможно, это тот самый шанс, которого мы ждали последние 2 года. Ну, для начала, мальчики, надо прикинуть, насколько за это можно сесть. Это бюджетные средства. Чего ты боишься? Если все грамотно сделать, занести куда нужно и сколько нужно, мы обеспечим себя на всю оставшуюся жизнь. Нам даже думать больше не придется о подобных делах. Причем не здесь, а где-нибудь под пальмами. Это не те крохи, которые мы с тобой таскали последние 2 года из фонда компании. Здесь надо крепко подумать. А у тебя с этим какие-то проблемы? Любую проблему можно решить, зная ее настоящую цену. Я все сделаю. Но за... Девочкам на зоне гораздо хуже, чем мальчикам. Так что либо так, либо я пас. Умеешь ты уговаривать. Хорошо. Мы такими суммами с тобой еще не ворочали. У меня дыхание перехватывает. Да, кстати, а что ты хотела рассказать? А, Стася заявила сегодня с утра, что она намерена вернуться к работе. Она мечтает заняться своей карьерой, чтобы приумножить достижения семейного бизнеса. Чтобы папа ею гордился и в итоге вернулся к жизни. Да что ж вы такие неугомонные-то, литваки? О, девушка-среда. Почему среда? А чтобы не запутаться, все имена не запомнишь, а так у каждой свой никнейм и день недели. Все, дорогая. Пусть Стася выходит на работу. Это может быть даже кстати. Хочет работать? Не вопрос. Проходи. Вот здесь я живу. Так. Давай. Раздевайся. Ну, проходи. Нравится?
Возьми, поиграй, если хочешь. У меня еще есть здесь детские книги. Мне еще бабушка их читала. Глянь. А, кстати, вот она, моя бабушка. Ее звали Капитолина. Да, Юрий Степанович, я вас поняла. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну что? Значит так. Мать девочки действительно умерла, но у девочки есть отец, с которым мать развелась несколько лет назад. По данным полиции, он сейчас находится где-то за границей. Ну и что будет с Лизой? Как особенный ребенок, она может находиться в центре. Хорошо, что квартира у тебя есть. Ну и документы мы можем оформить сегодня. Спасибо. Ладно, я пойду ее устраивать. Давай. Очень надеюсь, что Станислава Константиновна вернет литваковский дух в нашу компанию. Он нам сейчас просто необходим. Также хочу с вами поделиться, что наши грандиозные планы с администрацией области одобрены на самом верху. И я уверена, что молодым и талантливым они окажутся по плечу. Ну, а если что, мы рядом. Работайте, дорогие. Работаем, работаем, давайте. Пожалуйста, я уже ничего не соображаю. У меня буквы расплываются. Да. Вот здесь. Несколько подписей. Надо. Понял. Тем более думать об этом не обязательно. Все? И еще в двух местах. Героическая женщина. За это ты награждаешься поездкой на море с малышом и мужем. Только давай в конце месяца, ладно? Я запущу проект и поедем. Так и было задумано. Тебе очень идет. Сфотографировать тебе? А? Давай? Со мной, да? Ну, давай. Здорово. Моя-то хорошая. Ку-ку. Посмотри. А? Какая ты красивая. Эль, можно тебя на минуту? Нашелся он. Вот скажите, что может дать ей этот так называемый отец? Мы с ней уже месяц бьемся, никаких результатов. Этой девочке нужно ежеминутно заниматься, а не на каких-то там островах сидеть. Сядь, успокойся, мы его еще не видели. Мало ли кем он может оказаться. А какая разница, Света? Где он был все это время? Под пальмами сидел? Вот пусть там и продолжает. Летит он, знаешь ли. Уже прилетел.
Хорошо. Это ты к чему? Знаешь, я могу еще понять, если у человека есть особые какие-то обстоятельства. А так я ему устрою. Держи себя в руках, пожалуйста. Он ей отец, а ты никто. А это мы еще посмотрим. Я предупреждала тебя, не привязывайся к чужому ребенку. А мне больше некому привязываться, Свет, и ты это знаешь. Ну кто-кто? Ну ты-то должна была научиться после всей этой истории с Игорем. Да. Ты права, Свет. Должна была. Знаешь, о чем я подумала? Не появись тогда Игорь в моей жизни, и не случись со мной вся та история, я бы не встретила Лизу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы отец Лизы? Да. У меня есть к вам разговор. Проходите. Простите, я в работе. Я, если честно, рад, что Лиза попала именно к вам. Мне почему-то кажется, что вы именно тот человек, который нужен Лизе сейчас. У вас есть ее фото? Она... точно такая, как я себе представлял. Красавица. Да, она прекрасный ребенок. И заслуживает лучшей участи и лучшей семьи. Да уберите эту идиотскую улыбочку. Ладно, я понимаю, что вы с женой развелись. Но она умерла. И ребенок остался один. И не простой ребенок, а особенный. Я не знал, что жена умерла. После развода она уехала и снова вышла замуж. Просила не вмешиваться в ее новую семью, я не вмешивался. Но деньги я регулярно отправлял. Мне говорили, что у Лизы все хорошо. Ему говорили. Вы безответственный тип. И откровенно, я сделаю все, чтобы вы не получили свою дочь. Скажите, а я могу увидеться с Лизой? К сожалению, да. Закон на вашей стороне. Пока что на вашей стороне. Кстати, я Элеонора Вадимовна. Эля. Для вас я Элеонора Вадимовна. Элеонора Вадимовна, вы сказали, ребенок особенный. Это как? Вы даже этого не знаете? Смотрю на него и постоянно Элю вспоминаю. Да тише ты. Мне иногда кажется, что он все слышит и понимает. Договорились же, никогда эту Элю не вспоминать. Ну, может, зря решили? Может, эти воспоминания его к жизни вернули? Ох. Всем привет. 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 Ну что, как вы тут? Что, поехали? Кстати, я совсем забыла вам рассказать. У нас начинается новый этап развития. Игорь с Ириной большие молодцы. Я еще пока не все поняла, но обязательно со всем разберусь. Или я не литвак? М? Мы поехали. Литвак. Проходите. Привет. Я Игнат. Я твой папа. Я здесь принес вот. Установил сюда игрушки разные, обучалки. Если захочешь, сможем даже общаться. Можем даже по ночам. Я вот ночное животное, а ты?
Лёлька, ты очень похожа на маму, только она всегда смеялась. Мы еще научимся и смеяться, и разговаривать. Вам надо приходить каждый день в центр, чтобы наладить контакт. Лиза должна привыкнуть к вам. А Элеонора Вадимовна, кстати, может помочь в этом. Правда? Эля очень переживает за Лизу. Она очень привязалась к ней. Извините. Вы здесь пообщаетесь, хорошо? Эля! Эля, подожди! Ну подожди ты, ради бога! Ну видишь, не такое уж он чудовище, как ты рисовала. И Лиза не испугалась, даже наоборот. Да, конечно, я знаю. Единственное чудовище, Света, это я. А Лизе я никто. Все правильно. За свои ошибки надо платить. Так мне и надо. Ну, что я могу сказать? Остроумное решение, остроумное. Если что-то вылезет, всплывет наружу, то вы тут вообще ни при чем. Подставили полностью принцессу. Молодцы, молодцы. Угу. Ну да. Только если кто-нибудь умный не найдет наши счета случайно. Не найдет. Я об этом позаботился. Чтобы к ним добраться по цепочке, жизнь надо потратить. Жизнь – это хорошо. Я вот одного не могу понять. А никто не заметит такого бурного движения денег на счетах компании? Там миллионы, между прочим. За это отвечаю я. Мы с женой везем детеныша на море. Номинальный хозяин компании, как вы понимаете. Так что счета проверять некому. Николай Петрович, вы уверены насчет хакера? Ирочка, обижаете. Разве за эти 2 года были какие-то накладки? Рад был помочь, товарищ майор. Ну что вы, на моем месте так бы поступил каждый. Надеюсь, мне теперь спишутся мои прошлые прегрешения. Ну, спасибо, спасибо. Рад был посотрудничать. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Я тут флешку принес. На ней программа записана для таких молчунов. Я все, что успел, прочел в ваших книжках о коммуникативных способностях и про все эти вещи. В общем, прочтите, вдруг будет полезной. Коммуникация – это общение человек-человек, а не человек-компьютер. Да. Но все сугестивные методики говорят о том, я предпочитаю старые методики. И вообще, вы должны знать, что я ограничила Лизу в ее увлечении планшетом. Я надеюсь, вы меня поддержите? Да, поддержу. А сегодня предлагаю рвануть на скалодром.
Ну что, нет, это опасно. И весело. Все будет хорошо, правда. Пойдем? Где? Держу. Оп. Оп, так, держу. Все, достаточно. Держу. Поставьте ее на место. Ставлю, ставлю. Осторожно, не ударилась. Я вам говорила, это опасно. Пожалуйста. Мне послышалось? Нет. Лиз, скажи еще раз. Пойдем вместе. Конечно, конечно, пойдем. Если Эля не против. Что вы со мной делаете? Предлагаю поехать ко мне заказать пиццу. Хочу пиццу. Я сейчас вернусь. Кто тебе разрешил лезть в мою личную жизнь, а? Роешься в этой помойке интернете. Что ты хочешь узнать? Да хотя бы что-то. Ты же не хочешь со мной общаться. Но ты стала важным человеком для Лизы, а значит для меня. С этого момента мы будем общаться с тобой только через суд или органы опеки. Ясно? Погоди. Лиза, Лиза. Лизочка, малышка, если ты хочешь остаться с папой, пожалуйста, только успокойся. Ладно, все хорошо, все хорошо. Не ругай папу, папа хороший. Прости, я не должен был туда лезть. Что у тебя глаза всегда грустные, будто тебя кто-то очень сильно обидел.
Я 2 года пыталась забыть о том, что было в прошлой жизни. Думала, что забыла. А тут меня как будто на воровстве поймали. Идите в дом, я открою. Литвак Станислава Константиновна. Да, вы... Вам придется поехать с нами. Зачем? Вы обвиняетесь в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Елена Родимовна. Ты с ума сошел? У меня урок. Прости, я подумал, тебе нужно это знать. Вот, свежие новости. Стася? Слушай, ну это ерунда какая-то, этого не может быть. Я понимаю, но пишут, что она задержанная находится в СИЗО. В прокуратуре неопровержимое доказательство, что за уводом этих миллионов стоит именно она. Или Литвак, который только притворяется больным. Слушай, это полный бред, я тебе о них рассказывала. Дальше читай, вот. Вызывает подозрение и то, что муж госпожи Литвак Игорь Жданов и финдиректор компании Ирина Судовцова исчезли. Исчезли? Что это значит? То и значит. Вывели деньги в какие-то офшоры и сами свалили. Слушай, а ты можешь узнать об этом больше как-то не из СМИ? По своим этим хакерским каналам, пожалуйста. Конечно. А если нас прокуратура за жопу возьмет раньше, а? Что мы делать будем? Не возьмет. Они сейчас как раз твои благоверные заняты. У меня, кстати, вопросик есть. А как прокуратура так быстро ее вычислила, а? Твои же друзья нам рассказывали, что там какие-то суперхакеры, комар носа не подточит, а ее вот так взяли и... Да не знаю я! Настолько денег мы мечтать об этом вообще не могли. А литваки по заслугам получили. Костик сам кабачком сидит, а его бесплодная Элечка чужим кабачкам носы подтирает. Ты тоже успокоишься. И жила девочка с отцом и мачехой. Мачехой? Это кто? Ну, наверное, мама девочки улетела на небо, как твоя. И папа женился на другой женщине. Лена стала девочке как мама? Да. Как ты мне? Ты моя мачуха? Я твой друг. Не хочу друг. Я хочу, чтобы ты была мне мачухой. Освободишься. Зайдешь в кабинет к Светлане, я там. Да, конечно, Лиза уснет, и я приду. Хорошо. Иди, иди, я сама усну. Какая ты самостоятельная. Спокойной ночи. Ну, что там у тебя? Аль, смотри. Парни ухватили за хвост какую-то серую схемку, и как пошло... Судя по тому, что они нарыли, это просто бомба. Там миллионы прошли. Ты хоть что-то в этом понимаешь? Ничего себе. Это какая-то чушь. Эль, ты что собираешься делать? Замаливать грехи. Я открою. Кого еще там принесло? Зачем вы пришли? Я могу помочь Стасе, Косте и его фирме. Сами разберемся. Раньше надо было думать.
У меня есть документы, которые могут доказать, что за хищениями стоят другие люди. Стасю использовали. Пойдемте в дом. Костя дома? А где же ему еще быть? Только он после инсульта не узнает никого и не говорит. Откуда это у тебя? Скажи, за всем этим стоят Игорь и Ирина? Скорее всего, да. Я как-то что-то подписывала. Они открывали эти компании, и я не знала, с какой целью. Игорь сказал, что это нужно для развития бизнеса, и ему верила. Ты можешь все, что помнишь, изложить на бумаге? Передашь через адвоката, которого я тебе наняла. Борис отнесет все это в прокуратуру. Свидание окончено. Почему ты бросила отца? Я полюбила другого. Безрассудно и страстно. Ничего не смогла с этим поделать. Почему ты мне ничего не сказала? Я бы поняла. Я сама тогда влюбилась, и тоже безрассудно и страстно. Мы бы что-нибудь придумали вместе. Кто это был? Я его знаю? Нет. Того человека больше нет. Мне захотелось только одного. Оставаться с ним рядом. Быть ему нянькой или сиделкой. В общем, нести этот крест. Ну, а с другой стороны, а если он меня узнает, вспомнит? Нет. Но я все равно буду его навещать, да. Да, конечно, это правильно. Он же твой муж. Как дела? Нормально. Подружились? Хороший. Документы уже в прокуратуре. Мужики сразу сказали, что они им очень в тему. Оказывается, Ирку и Игоря ищут. Полиция по своим каналам уже несколько лет за ними наблюдает. Но им не хватало фактажа. А тут я прихожу и отдаю им жесткий диск с нашего охранного компьютера.
Но они же не дураки. Игорь же знал, что здесь кругом камеры. Зато никто не знает. Почти на все машины наших сотрудников несколько лет назад поставлены датчики. И на Иркину машину тоже. В целях безопасности, разумеется. Ну, тогда это не понадобилось, а сейчас может загодиться. Что? Да. А если они не успеют? А, черт возьми. А потом ищи их по всему миру. Слушай, сбрось мне адресок. Ну, на всякий случай. Да никуда я не полезу. Стар уже. Засекли голубчиков. Так, что теперь? Ну-ка, оставайтесь на местах, я скоро. Хватит пить. Собирайся. Эля? Черт. Бежим! Не спеши. Тебе лучше сдаться и написать признательные показания. Игорь, в прокуратуре уже знают о ваших делах с Ириной. Я так соскучился по тебе. Я даже представить себе не мог, что можно так сильно любить человека. Я тебя больше не отпущу. Нет, я все для тебя сделаю. Послушай, я богат. Я могу купить тебе все, что ты захочешь, абсолютно все. Я независим. У меня есть дом на берегу океана, слышишь? Вы можете рассказать в двух словах, что это за выставка, о ком и кто эта девушка? Она мое вдохновение. Да, эта девушка, сама того не понимая, сделала из меня
настоящего художника. Заставив пережить разлуку, осознавая, что такое настоящая любовь. Ну вот поэтому я решил, что я просто обязан привезти эту выставку в ее родной город. Угу. Мало ли. Ну что теперь? Дело передано в суд. Ждем его решения. Хотя там и без суда все ясно, как божий день. Хорошо, хоть твой бывший не успел на самолет. И потом пошел на сотрудничество. И деньги вернул в бюджет. Но в любом случае им обоим светит конкретный срок. А Юрка после больницы к тому же еще пойдет как организатор всей этой аферы. Ну, ничего не поделаешь. Каждый получит то, что заслужил. Вот-вот. О, мои хорошие. А ты почти куда решила прямо? Иди. Привет. Где же Таня? Может, ей снова плохо стало? Да, врач сказал, что нет никаких последствий после контузии и ожогов. Она в полном порядке. Слава Богу. Моя любимая мачеха.